Здравствуйте, уважаемые подписчики канала «Самсонов Гольф». С вами я, Антон Самсонов, из солнечного Баку. Прекрасная погода, гольфисты тренируются, апартаменты достраиваются. Итак, хотел обратиться к вам с тем, что с сегодняшнего дня мы начинаем новый раздел, а именно ответы на ваши вопросы. Поэтому в комментариях к этому видео, пожалуйста, пишите вопросы, удары, которые у вас не получаются, что-то у вас вы не можете до конца понять. Я буду снимать видео-ответы для вас, специально для подписчиков, говорить, от кого вопрос, из какого города, и будем надеяться, что они вам, конечно же, помогут, чтобы вы смогли это улучшить в своей игре. Еще разочек я хотел всех поблагодарить о том, что вы смотрите. Недавно был в Киеве, был в первый раз, в восторге, классно, спасибо, что встретили, спасибо, что на Украине смотрят мои уроки. Присылайте ваши комментарии, моменты, что у вас с игрой не получается. Всем буду присылать по возможности и будем стараться делать 2 ответа в неделю по вашим вопросам. Первый вопрос, который у нас был 2 недели назад, это о том, как избавиться от шенка. Вообще, как он этот удар происходит. Поэтому первый совет будет именно про это. Спасибо вам большое. Смотрим, задавайте вопросы, комментарии к этому видео. По антислайсу мы все закончили вот тут. И советы, первый про шенк, который мы начнем, вот тут. Спасибо.